Аплодировать пока нечему, но приятно, что раздаются аплодисменты. Это означает, что вы приветствуете появление джазового фестиваля как городского явления. И дай бог, чтобы это было ежегодно. Вот этому надо похлопать. Пусть усилия тех жителей Пензы и музыкантов, которые стараются это сделать ежегодным праздником, конечно, музыканты выходят на сцену, поэтому давайте похлопаем тоже, пока музыканты идут к своим местам. А я пока поздравлю вас с тем, что этот праздник проводится не где-нибудь, а в стенах Государственной филармонии. Это тоже чрезвычайно приятно. Приятно, что в филармонии есть такое помещение. Я знаю, что здесь раньше было. Я догадался, когда мне даже не сказали, что это было. Все понятно. Но тем не менее приятно, что звучит эта музыка. И самое для меня неожиданное и приятное, что есть публика. Есть. В каждом городе есть люди, которым нужен джаз. В каждом городе. И какой бы этот джаз ни был, это чрезвычайно приятно. Дорогие друзья, наш концерт состоит из двух отделений. И первое отделение наше представляют москвичи. Это московский ансамбль, во главе которого находится гитарист, которого зовут Вячеслав Ханов. Вот так. Вот. Слава, уже свои есть в зале. Уже есть. Можно не играть уже, все в порядке. Вот я очень рад, что вы приветствуете музыкантов. Скажу вам следующее, что гитара вообще считается отнюдь нелегким инструментом, хотя, казалось бы, каждый, кому не лень, берет ее в руки. А гитара – тяжелый инструмент для освоения по-настоящему. И гитаристы часто, начав играть на гитаре, не знают, что же дальше делать. Может быть, легче сочинять какие-нибудь песенки и аккомпанировать на трех аккордах. И все, и остановиться на этом. А может быть, легче всего на гитаре освоить классический джаз и играть музыку Джанго Рейнхарда. И такое возможно. А может быть, надо ориентироваться только на электронику и только вот эти звуки бесконечные, искаженные с обертонами. И тогда будет музыка звучать современной, модной. А ведь и непонятно, а что бы ни было, оказывается, главное не инструмент, а главный музыкант. Если он владеет всеми этими стилями, то мы увидим наверняка такую очень полезную эклектику. Когда мы слышим музыку одного направления, допустим, назовем это фьюжн, словечко такое малопонятное, но объясняет абсолютно все, все можно включить что угодно. И мы вдруг слышим кусочки такого-то, кусочки хардбопа, кусочки соул, кусочки блюза, кусочки просто рифов каких-то, ничего не значащих. И все складывается в музыку, которая в целом нас удовлетворяет. И после часа прослушивания музыкантов мы им благодарны за то, что они это сделали на своем инструменте. Вот это главное. Поэтому первая благодарность у нас Вячеславу Ханову за то, что он привез ансамбль. Спасибо, Вячеслав Ханов. Добрый вечер. На ударных играет Валерий Черноок. Валерий Черноок. Я встречал этого музыканта во многих городах и во многих ансамблях. И это что, постоянная прописка? Или это союз просто нерушимый? Да, союз нерушимый. Да, замечательно. Наконец, Дмитрий Максимов играет на басовом инструменте. Бас-гитара. А музыка сегодня принадлежит Константину Дусенко, который играет на клавишных инструментах. Вся музыкальная идея концерта сегодня его. И это очень хитро называется. Я боюсь, что я уже перевру, потому что я так как-то долго думал над этим. Несколько фрагментов из... Несколько моментов одного часа. Вот так. Я так представляю, как это можно перевести на суахили, на немецкий, на украинский и на английский. И всюду будет звучать. И всюду будет звучать. Вот. Итак, мы слушаем музыку Константина Дусенко в исполнении московского ансамбля Вячеслава Ханова, который играет на гитаре и лидирует в этом ансамбле. И должен вам сказать, что я познакомился с Хановым, сам просто свой опыт передам, в замечательном ансамбле, который воспитал целое направление музыки фьюжн. Это назывался ансамбль «Трансатлантик». Возможно, он сегодня существует, но он сыграл определенную роль на московской сцене и сориентировал музыкантов на очень качественную музыку, где главное не трюки, не ритмическая занудливость, а главное музыка внутри и энергия, помноженная на музыку. Итак, мы все в музыке. Спасибо Пензенскому фестивалю. Еще раз добрый вечер. Нам в очередной раз, мне в очередной раз очень приятно здесь быть. Уже фестиваль становится традицией, хорошей, доброй традицией. Надеюсь, что это так и будет продолжаться. И
Сегодняшний концерт мы начнем с композиции, которая называется «Day».
Спасибо, спасибо. Сейчас мы вам сыграем фанковую композицию, которая называется очень просто «Come on».
Спасибо, спасибо.
Следующая композиция будет лирическая. Она называется «Once», «Однажды». Thank you.
Константин Дусенко. Константин Дусенко, композитор сегодняшних всех вещей, Константин Дусенко. Следующее. Тот самый. Следующая композиция у нас пока называется номер 5. Oh,
Спасибо. И композиция, которой мы завершаем сегодня наше выступление, называется очень актуально для данного времени года и для данной погоды, просто «Шорты».
Спасибо. Это была группа Вячеслава Ханова. Москва. Валерий Черноок. Ударные инструменты. Дмитрий Максимов. Константин Дусенский. Автор сегодняшней музыки, сегодняшней идеи. И Вячеслав Ханов. Спасибо. Москва. В гостях у Пензы. Спасибо музыкантам. Спасибо вам. Спасибо. Мы отпускаем музыкантов. Как вы знаете, поезд Пенза-Москва, единственный, на котором может ехать порядочный человек, уходит без 29. Очень неудобно для концертных организаций. Так что мы отпускаем музыкантов, делаем антракт минут 15. Все знаем. А, диплом. Диплом, конечно, успеем. Про поезд здесь знают все. Все, отдыхаем минут 15, затем у нас второй антракт, и у нас выступает гость зарубежный тоже.